Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Людей на палубах не видно, у него, наверное, все где-то гуляют. Во всех кафешках полно людей. Время уже 4 часа. В самом центре гранатики висят, дерево такое молодое, довольно плоды на нем есть. Открытый, и три штучки висят еще гранатика. Здесь возле водопадика прям. В смысле, не водопадика, а это место, где набирали моряки воду пресную. Мы как-то переводили надпись здесь. То есть здесь был какой-то родничок с пресной водой. Здесь набиралась вода моряками, которые причаливали в порт Алании. Надо уже двигать, наверное, в сторону дома. Что-то я не дождусь никак окончания соревнования сегодня. Уже 4 часа. Думал дождаться награждения. Там так все медленно происходит. Наверное, я не буду ждать. Там все равно толпа людей, просто ничего не увидишь. Кто-то из вас на нем катался, точно знаю. Часто в районе Оба его видел. Потрясающее место с видом на маячок, просто вообще. Стоять можно и балдеть. Пойдем выйдем на пляж муниципалитета. Много сегодня людей здесь. Повсюду. Красота здесь. Есть там несколько купающихся местных детишек. Здесь вот плавают на доске. Время 4:20. Волночки тут сейчас поменьше, чем были пару часов назад. Ну, не знаю, водичка стала ли теплей. Мне кажется, что немножко стало потеплей. Все-таки солнце 3 часа светило. 23,5 она здесь, это точно. Больше боюсь сказать, хотя может быть чуть-чуть и больше. Кот рыбак здесь сидит, терпеливо ждет, пока рыбу поймаю. Без 10:05 на градуснике плюс 24 сейчас. Ну, спорить с ним не буду, но... Солнышка уже почти нету, но в принципе комфортная, классная. Сейчас погода классная. Оживленная сегодня на всех пляжах. Солнышко еще вот. Закат скоро начнется. И солнышко светит еще довольно-таки ярко и довольно тепло. Не 24 сейчас, конечно, а побольше по ощущениям. Много людей сегодня гуляет. Где-то все по-разному, даже местные. Кто-то в шортах, футболках. Кто-то в курточках. Здесь 9-й пляж, купаются трое, четверо. Так в основном все сидят просто на солнышке, по берегу полно людей. И очень много людей гуляет по набережной, вообще повсюду, до самого центра, в ту сторону. Сегодня еще и воскресенье. Здорово, привет. Кушать? Пойдем. Что-то чуть похудела, была такая пышная. Туристов мало, кормят меньше, да? Как-то была она помощнее пару недель назад. Солнышко светит, замечательный. Закатик такой. Какой все трое все-таки на нее похожи, а? Малышня. Не она ваша мама случайно? Ну прям похожи вы на нее. Да? Тоже кушать вам? Да?
Тут все кормят, они все равно никогда от еды не отказываются. Еще посмотрим на солнышко. По всему берегу люди есть. Тут просто толпа людей, повсюду много людей на теннисных столах. Все гуляют. Сейчас уже температура начнет снижаться, через полчаса солнышко не будет. А пока тут людей просто полно. Русский язык слышу. Работает фонтанчик. Видео с трамплинами, посмотрите, какие трюки делали ребята. Наши там двое причем были. Маленькое видео смонтировал, уже вышло. Полно народу здесь. Тут замечательный теплый день. И здесь куча людей в кафешке. Ну, повсюду вы сами видите, тут далеко не всегда бывает такое количество людей, даже летом, честно скажем. Хотел пройти мимо, их никого вроде не было. Этот клопы все нарисовали сразу, троица. Да? Что опять у тебя течет там? Что ж ты такой проблемный все время, а? Сейчас покормлю их там мягкой еды пополам с этим. Наша любимая ананасочка, отель Ананас. Сегодня что-то все голодные, да? Вроде людей много ходит, а все сегодня не отказываются от еды, да? Тут спортсмены. Солнышко все уже. И сейчас начнет температура понижаться. И перебежала за мной на следующий стол, так там про запас оставила. Здесь поест сейчас. Все, люди постепенно расходятся с моря. Так давно уже не было реально так много людей на всем берегу. И вот солнце уже зашло. Кто-то поуходил, а все равно много людей остается. То есть вот сейчас перед вами пляж Green Garden. Здесь прям как в сезон, как люди закат встречали. Так много народу. Входим в район Оба. Время полшестого. Синка отдыхает еще. Еще не включили ее. Вечером будет работать. Хризантем. И Месут, отель Месут просили, вот показываю вам его еще раз. Вау-вау-вау, вокруг меня одни велосипеды со всех сторон. Месут, не закрылся ли он, кстати, я смотрю. Опа, вы знаете, что-то мне кажется, что Месут закрылся. Я вот не помню, он у нас вообще зимами работал или не работал, не могу вспомнить. Потому что я смотрю, там парковочные эти фишки, они стоят прямо на входе, и там темно везде. Я еще вчера, или когда я проходил, я заметил, что ничего не было на балконах. Возможно, Месут закрылся, друзья. Ни одного балкона не вижу открытого. Все, ну все. Все, что я вижу, все говорит о том, что все, финиш. Отелей все меньше работает. Я сейчас напоминаю, там Аджар, вон он прямо там. Аджар у нас работает всю зиму. Как быстро наступают сумерки после захода солнца. Тут у нас Республика Беларусь. Привет всем, кто смотрит семерку. У вас я забыл по буквам этим, по цифрам. Семерка — это Минск или не Минск? Отель Кайла. Покажу вам сейчас главный вход. Кайла вроде бы работает, насколько я знаю. Все темнеет. Время еще без 15:06 только. Уже темнеет. Протопал Рома сегодня. Ну, я думаю, что километров 15 это самый минимум, но мне кажется, что больше. Потому что так фактически я на ногах с часу. 5 часов. Да, больше даже немножко, 15 километров сегодня прошел. Вечером уже никуда сил идти не будет. Кайла должна работать. Я забыл, до какого числа, говорили мне 100 раз. Есть свет. Не вижу только людей. Ну, по-любому работает. А есть люди.
Все, друзья, спасибо за лайки. Вот такой вот у нас сборничком получилось. Даже не знаю, две части или одной сделаю потом сборником. Это у нас воскресенье сегодня. 14, по-моему, ноября. Кайла Бич. Здесь возле Азии заброшек у нас. Раз, два, три, четыре дома или пять. Выселили их всех уже. Все почти поснимали окна везде, где пластик был. Но кое-где он, смотрю, что-то осталось. Стекла так почти. Все поснимали. Реальные заброшки теперь. Люди получили где-то новое жилье. Можно, в принципе, днем приходить. Заброшки снимать. Смотрите, любимая пушистая бежит. Бежит. Да приехала. Сменила немножко локацию. Прикольно ты бегаешь. Давай. Не стесняйся. Видела, что тебя снимают, застесняла. Привет, пушистка. Привет, моя красавица. Давай, кушать. Иди сюда, ужин. Ужин пришел.